Друзья, всем привет! Сейчас у нас будет распаковка и обзор товара из Китая, на котором написано электронный аксессуар, но на самом-то деле здесь крючки. Засунули сюда 500 крючков и написали электронный аксессуар. Вот китайцы, да? Эх вы, жулики! Погодите мне, пишите неправду. Давайте сейчас распакуем и посмотрим на эти крючки, на их качество посмотрим, а также посмотрим на их количество. Потому что их было заявлено 500 крючков, 500 штук. Так, пусто. И вот смотрите, какая у нас коробочка, внутри которой куча крючков. Сейчас мы замерим размеры коробки. Так, получается у нас длина, ну там 13,2 где-то миллиметра, 13 метров 2 миллиметра. Ширина у нас получается примерно 6,8, где-то так. И толщина примерно 2,5 почти. Итак, давайте сейчас откроем. Коробок такой вроде как прикольный. Я имею в виду качество пластмассы, такой нормалек. Пойдет. А, тут вот защелка такая есть. Оп, закрылась, типа, и все, не открывается. Да, вот такие вот у нас крючки. Так, вкратце сейчас вам расскажу. Добрались они мне, ребята, за 40 дней бесплатной почтой by airmail. Заказывал я их на сайте AliExpress за $5.60. Ссылку на их описание оставлю я под своим видео. Если кому интересно, зайдете, перейдете, посмотрите. Ну, написано, что это легированная сталь. Что это такое, я сам не знаю. Я сейчас так субъективными ощущениями буду руководствоваться. Короче, 500 штук, я даже не знаю. Я, наверное, сейчас их посчитаю, хотя бы вот, хотя бы что-то я посчитаю. Ну, эту я часть своего ролика немного ускорю, чтобы вам 3 часа не смотреть на всю эту чушмень. Да, ребятки, 500 штук, что делать? Если будет меньше, придется поднимать спор, а что ж китаец думал, что это все так ему просто обойдется. Ну, ладно, ребятки, сейчас я быстренько буду считать. Так, тут у нас различные размеры, вот написано, как вот так, да, лучше. Третий размер крючка, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сейчас я взял самый крупный, 12 размер, можно тягать карасей, карпов и все остальное. Так, смотрим на крючок сейчас. Так, смотрим, цевьё такое кругленькое. Немножко остренькая. И внутрь. Для самоподсекания будет очень хорошо подходить. Так, как оно вот не гнется, не разгинается. Ну, такое крепенькое, я хочу вам сказать. Крючок, в принципе, прикольный, хороший, такой достойный для рыбалки. Я его обязательно испробую, потому что я люблю ходить на рыбалочку, люблю свежий воздух, спокойствие, тишину. И еще что-то будет клевать, это вообще здорово. Вот такой вот крючочек. Сейчас я, ребята, его посчитаю. Хотя тут разные размеры, если честно, я вообще не знаю. Скорее всего, я, наверное, буду считать уже... Ладно, сейчас посчитаю. Хотя бы сколько здесь... Или нет смысла считать. Ладно, не буду считать, посчитаю уже потом. И вот такой получился у нас обзор данного товара. Крючки 500 штук за 5,60 с сайта AliExpress, бесплатной почты за 40 дней. Как вы видите, здесь качество хорошее. Тут нужно эти крючки все еще и перебирать, я так понял, потому что они здесь практически все смешались уже. Все размеры тут смешались по-черному. Тут уже вот 4 размер находится рядом с 10, 12 и так далее. Все это, ребята, перемешалось просто в хлам. Придется все это отделять, перемешивать и распределять четко по, то есть вот этим вот отверстиям, да. Все, ребятки, такой получился у нас коротенький обзор. Надеюсь, это видео было для вас полезным, оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте.
А также, ребята, смотрите эти видосы, я думаю, что они будут для вас полезными. Потому что это товары из Китая, могут быть хорошие, могут быть плохие, но в данном случае крючки мы видим хорошие. Ну, короче, на рыбалку ходить пойдет. Все, ребятки, спасибо вам за просмотр, оставляйте комментарии, ставьте лайки и до скорого, ребятки!